13 апреля – день Ипатия Чудотворца. Святой почитался в народе как избавитель от женского бесплодия. Молитвой к нему можно было остановить внутреннее кровотечение роженицы и приумножить грудное молоко. Обращались к Ипатию-целебнику из-за защиты от нечисти. Бесы могли склонить человека к сребролюбию, чревоугодию, блуду, гневу, тщеславию, унынию и гордости. Люди приметили, если прилетевшие с юга птицы долгое время не щебечут, еще долго быть холодам. Перелетные птицы стаями слетаются, весна будет дружной. Чем облака прозрачнее, тем тише погода, но возможен и дождь. Дым из трубы коромыслом к теплу. Дождик с утра, лето обещает быть мокрым. Именины отмечают Вениамин, Иннокентий, Иона, Иосиф, Ипатий, Мария.